Но к нам присоединились настоящие классные металлисты, наши друзья, наши братья по крови. Это наш Кирилл, гитара. Ну и Лёша, гитара правая, наш самый новенький. Он больше всего требует поддержки. Вот. Ну и чтобы не быть голословными, сейчас Лёша сыграет вам несколько быстрых нот, которые он очень хорошо умеет играть. Лёш, милости просим тебя. Покажи нам что-нибудь. Ну, побежи. Люди тоже пишут: «Е, молодчик, Лёха, Е, молодчик». Хотелось бы у вас спросить, по какому принципу вы выбираете музыкантов в состав и влияет ли на музыкальное содержание вашего творчества приток новой крови? Короче, рассказываю, у нас проходит очень жесткий кастинг, очень. Мы делаем так. Во-первых, гитарист, неважно кто это, вокалист Digi Mortal, должен знать все песни группы Digi Mortal и должен играть их от начала до конца в любом как бы состоянии. Мы делаем так, мы запираем музыканта на базе репетиционной где-то на 4 дня. Вот, и он там играет просто без остановки. Без воды, без еды, без всего. Открываем дверь. Если он выжил, после этого вышел и сказал, что да, ребят, я готов с вами ехать в туры и играть вот в эту всю вот эту лабуду, которую я сейчас 4 суток рубил, то все, может быть, он станет нашим гитаристом. Вот. Но были другие как бы примеры, но с Лешей было вот так. Мы его заставили играть. Спасибо. У вас очень лояльные демократические методы. Да. Просто мы всего сейчас не будем рассказывать, да, Леш?